Вор в законе Николай Кузьмичев, известный в криминальном мире как Коля Томский, проведет в следственном изоляторе еще как минимум 3 месяца. Такое решение принял Кировский районный суд, удовлетворив ходатайство следователя. Ходатайство следователя было рассмотрено накануне, 23 июля. Николаю Кузьмичеву продлен срок содержания под стражей на 3 месяца, до 25 октября, сообщила представитель Кировского райсуда. Колю Томского задержали 28 июля, предъявив ему обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии. В ходе обысков у Кузьмичева были изъяты предметы, документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для расследования. Кузьмичев был коронован в 2013 году. Достаточно активно проявляет себя в криминальном мире. Пару лет назад участвовал в сходке в Карловых Варах, Чехии, куда прибыл по поддельному паспорту. Тогда его вместе с ворами в законе Гилой Кардавой, Гела Гальский, Гиазом Звиададзе, Гия Кутаиский, авторитетным бизнесменом Рубеном Татуляном, известным как Робсон, и еще несколькими их приближенными задержала полиция.